Привет, дорогие друзья! Хотим показать наш нож Бахарман. Три модели. Первая в стали Дамаск, литье Мельхиор, рукоять дерева граб. Такая вот модель ножны. Вторая из 95 Х18, цельнометаллический, рукоять дерева граб. Третья сталь Х12 МФ, дол, также цельнометаллический. Материал дерево падук. Так, немножко покажем его режущие качества. Вот этим. Порезали валенок, войлок. То есть многие знают, что войлок очень тупит. Теперь порежем бумагу. Как видите, такая вот заточка. Для заказа WhatsApp, Viber или Direct. Номер будет в описании.